Но, нет, только не дерево. Ну, блин, ну как же так-то? А перед просмотром этого видео у меня для вас проверка на настоящего бро. Если ты бро, поставь лайк за 3 секунды и напиши комментарий хэштег «Я бро». Раз, два, три. Погнали дальше. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games V. Мы продолжаем играть с вами в Forza Horizon 4. Так, давайте откроем карту и выберем вот эту уличную гонку. Вроде бы нам сюдой. Мы все с вами гонки уже предыдущие выполнили. Давайте отправимся. Ух, как я пролетел только что. На грани это было, да. Так, все время забываю, что здесь левостороннее движение. Ладно, поехали. Ух, здорово, пацаны. А, блин, да ты кто такой? Так, вообще, у меня же субарик. Я же могу путешествовать. Хотел сказать во времени, но нет. Во времени пока путешествовать не могу. Мне нужна для этого какая-нибудь... Долориан или Делориан, как эта машина называется, кто видел этот фильм, тот в курсе, в общем. Я могу путешествовать по бездорожью, это точно, блин, я первый раз перевернулся, прикиньте. Что? Что-то там, короче, Алиса болтает. Ладно, я еду, пока вроде бы правильно, нет? Я как в какое-то невидимое заграждение врезался, хотя нет, вроде бы все нормально, отлично, ладно. Едем. Где эта точка? Где-то она здесь. Вон она. 1 километр практически остается. Все, я сейчас уже подъеду и попробуем поучаствуем с вами в уличных гонках. Посмотрим, как реализованы они здесь. Да что такое, что за пацаны, вы, блин, задолбали, а? Хватит на моем пути возникать. О, да, давайте по дороге поедем. О, хорош. Вроде на дороге 29 из 531, ребят. Отлично. Кстати, я видел, что вроде бы в игре... Так, подождите. Надо назад. В игре, в общем, вышло какое-то обновление. Нам надо завершить уже вот это вот все. Так, давайте. И там вроде бы как добавили... Так, Audi говорит выбрать либо Subaru. Я даже не знаю, что выбрать. Так, торможение, разгон, десяточка, тут девяточка. Давайте, наверное, на субарике все-таки попробуем, погоняем, посмотрим, как мы справимся на субаре. Мы еще в ней только, мы участвовали на ней только, по-моему, где? В одной гонке, да? Да, вроде бы в одной гонке. Давайте поглядим, что будет здесь. Ух, ничего себе здесь тачки! Все готово? Готово? Погнали! Ну нифига себе там точило, типа вы посмотрите. Это я с ним, уличная гонка Bottom Gate. О, это вы, у вас получилось, я Джей, кстати. Алекс только о вас и говорит, если хотя бы что, эти ребята вас полюбят. Да пока мы не начали, хочу предупредить, это не то, чтобы различаем фестиваль, так что не говорите Кире, ладно? Короче, это незаконные гонки уличные. Мне пора, дел полно. Блин, там у чуваков тачка. Ну что, увидимся? Хоть это и не официальные гонки, но если будете на них приезжать, я сделаю так, чтобы вас узнал весь Horizon. Начать заезжать. Мне не терпится увидеть, на что вы способны. Ну что, повеселитесь? Давай, ладно, начнем. Блин, ну тут тачки у чуваков, пипец, а у меня какая-то Subaru. Ладно, вперед. У меня разгон, в принципе, нормальный у этой машины. Так, что у нас тут? Прогресс 0, позиция 6 уже. Так, тормозим. Да, нормально я вроде бы вошел, поворот. Едем. Отлично. Контрольные точки тоже должны, короче, выполнять. Вот. Блин, они гонят капитально. Я не знаю, я смогу справиться с этими чуваками или нет, ребят. Это нереально. Ты посмотри. Возвращайся на трассу. 6-я позиция. О май гаш. Блин, там у чуваков реально тачки крутые. Моя Subaru, похоже, просто слабачка по сравнению с ними. Так, ладно, едем. Не, 6-я позиция и все. Они у них очень быстрый разгон, смотри, как они быстро набирают. О-о-о-о! Вперед! Так, я прошел? Да, вроде бы прошел. Фу, хорош, дорога открыта. Блин, меня догоняет. Ё-моё, надо было, наверное, аудюху брать для таких целей. О-о-о-о-о! Я снес! Что происходит? Я на 8-ю позицию ухожу. 36% прогресс.
Ну, я понял, я понял. Короче, это будет нелегко, ребят. Для таких гонок мне нужна крутая машина. А иначе я тут не смогу, похоже, выиграть. Еще на прямых участках я как-нибудь догоняю, я как-то их догоняю. Так, шестая позиция, смотри, уйди, чувак. Уйди. Так, отлично. Какая? Пятая позиция. Хорош. Хорош, давай, 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 давай. Уйди, блин, в сторону. Отлично, одного, видал, бортанул, и он улетел. Так, третья позиция, хорош. Да, они вот, короче, на разгоне, они посильнее меня. Они быстро начинают от меня отрываться. Но... Но-но-но-но-но-но-но! Нет, только не дерево! Ну блин, ну как же так-то? Ё-моё! Это... Так, а я же могу отмотать, по-моему, да? Да, я могу отмотать. Смотри, перемотка назад. Смотри, если мы вот так сделаем, попробуем, а? Читернём немножко. Смотри, читерим, читерим, читерим. Так, вот здесь я еду. Вот здесь я еду. Так, начинаю отсюда. Всё-всё-всё-всё-всё, давай, так, продолжу с этого места. Я еду, я должен притормозить. Я должен притормозить здесь, короче, хорошо. Все, вот так, во-во-во-во-во-во, еду, 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 нет, опять дерево, нет, все, на этот раз у меня получилось, читерство сработало, ох, а это резкий поворот, походу, да-да-да-да-да, так, бортую, улетел с трассы, чувак, лети с трассы, нет, не уходит, давай-давай-давай-давай-давай, Субарик, ай-яй-яй, тормозим, все, я на первом месте, не пускаем их, где они там, не пускаем, мы ушли, первое место у меня. Отлично, там уже салют, видимо, в мою честь, смотри. Контроль... Да куда ты прешь? А ну-ка, сбиваем его. Смотри, на первое место выходит, я на второе. Ладно, вроде бы опять на первом месте, отлично. Все, конец, 94, да. Все, это финишная прямая. Ух ты, хорош. Вот это я читерюга, а. Ну, если игра позволяет, почему бы и нет. Так, продолжить, естественно. Победитель. Так, уличных гонщиков есть неписанные правила про уважение и честь, про то, кто может с ними гонять, но вам достаточно одно. Гоняйте как обычно, и вам там будут рады. Понял. Призовое место. Так, заработанное влияние. Еще 3400 очков. Заработано влияние. Разблокировано 10 тысяч чего-то там. Так, всего очков... Сколько? 20 тысяч, а синий сезон 20 тысяч. Не знаю, что это бы значило. На всякий случай сообщаю, что скоро будет еще одна гонка первого раунда на грунте. Увидимся там. Мы с Джейм только что поставили новый знак «Опасно». Проверь, если не против прокатиться с ветерком. Проверь, если не против прокатиться с ветерком. Что за знак? А, так, знак «Опасно». Амбулсайдский обрыв. Знак «Опасно». Окей, ладно, поехали туда. Ух ты, у нас день. Отлично. Ну что ж, погоним, посмотрим, что за знак «Опасно». Я не знаю, у меня если на паузу нажать, смотри, у меня где-то тут написано, что нужно... А где это было написано? Это или карту мира? Вот. Заработайте не менее 4400 очков влияния, чтобы попасть в осенний сезон. Короче, да, мне еще надо, видимо, гонки выигрывать, чтобы в следующий сезон попасть. Ух, погнали. Блин, я давно не играл, поэтому немножко буду нубить, ребят. Ау, блин, да что такое? Хватит на моем пути постоянно возникать, а? Ни с того, ни с сего. Так, где тут знак? Где тут знак у вас, ребятки? Знак «Опасно» какой-то. Гоним, ушел. Отлично. Блин, ну да, Субару, конечно, на бездорожье лучше справляется. Надо все-таки для уличных гонок брать аудюху. Субарик прям на бездорожье нормально, а вот на асфальте она плохо держит. Это что такое? Так, в таких местах все было законно, авария, потому что пришли и навестили там, знак «Опасно», 3 звезды. Фу-фу. Призовые кредиты. А, типа что я, короче. Вау. Заработать еще очки, отлично. Так, короче, я понял. Просто проходишь этот знак там, и тебе, видишь, сдают за прыжок какие-то там очки. А у меня, смотри, 3 звезды 198 метров, а у меня 212 метров. Так, отлично, и тут грунтовая серия. Поехали сюда тогда съездим. Попробуем в следующей гонке поучаствовать.
Там Торлев, ох ты, тут 1.5 километра, ну я напрямки поеду, наверное. Мне пофигу. Главное, чтобы не было деревьев, ребят. Потому что мне, кроме деревьев, меня ничто не может остановить. Так, разворачиваемся. Вот, дерево, отлично. Но оно правильно, сейчас оно правильно меня остановило. Все, так, кольцевая трасса. Подготовьте к заезду, да, давайте подготовимся. Посмотрим, что здесь за гоночка будет. Да, здесь определенно я буду на Subaru, кольцевой кросс в ассамблайде. Начать заезд, да, начинаем сразу же. Вперед! Окей. Let's go. Так, три круга. Ну, здесь эта Subaru должна тут урвать просто. Тут просто должна рвать, если вот мне мешать не будут на пути. Ух ты, как флаг взял. Так. Давай. Блин, да, забор остановил. Так, контрольную точку. Ушел. Так, я контрольную точку пропустил. Вот в чем проблема, смотри. Видал? Контрольная точка. Так, отсюда давай начинаем. Вот. И мне обязательно надо сквозь эти флаги проезжать. Все, я понял. Понял свою ошибку. Ладно, буду стараться проезжать. Надо хотя бы флаг задеть. Вот, я его задеваю. Уйди! Блин! Так, какое место? 4-я позиция, ребят. Надо ускоряться. А круги-то тут, по-моему... Круги-то тут, по-моему, небольшие. Если я не ошибаюсь. Так, сразу смотри, 2 контрольные точки. Дерево! Ненавижу деревья, блин! Отлично, ладно, проехал. 4-я позиция по-прежнему. Блин, мне нужен прямой участок трассы. Так, что, круг? Да, первый круг! Я же говорю, круг небольшой. Так, торможу. В поворот захожу, да, практически зашел идеально. Практически. Так, здесь... Уйди, на 2-ю позицию выходим. Так, уйди с моей дороги, мужик. Давай. Направо. Есть, задел, на 1-ю позицию. Отлично, здесь поворот резкий. Врубаю тангаж на полную и вперед. Уй, забор сбиваем, ну это хорошо, мне там это ландшафтный дизайн дают награду. Это я тут дизайн, короче, у них немножко поменял. Хорош, я ухожу. Так, деревья, тормозим. Тормозим деревья, ненавижу деревья. Все, вперед. Вот, сейчас идеально. Сейчас почти было идеально. Так, здесь вообще можно. Здесь можно ехать. Так, вот тут надо будет притормозить. Блин, на ручнике надо было попробовать. Ладно, не буду тогда. В следующий раз попробую. Вот ручник. Тихо. Блин, ее начинают таскать. Так, вперед. Вперед едем. А, нет, я оторвался от них далеко, смотри. Задел? Да, задел. Задевай! О! Так, вот сейчас ручник был. Блин, ну мне надо быстрее спешить. Они догоняют, ребят. Так, ручник. Нет, поворот не успеваю зайти, все-таки ударяюсь о борт. Куры, уходите! Дерево! Ненавижу деревья! Езжай! Вот это я тормознул! Ладно, еду. Ну вроде на 1-м месте, нормально. Нормально, все, я прихожу первый. Да, отлично. Ух, финиш, 1-е место. Окаешки. Так, Subaru, смотреть повтор какой-то могу. А что за... Ну-ка, давайте смотреть повтор. Просто вот так глянем. Это как я ехал, да, наверное? Скорее всего, да. Я думаю, что это как я ехал. Так, перемот какая-то вперед. Так, кстати, угол камеры, смотри, могу поменять. Так, угол камеры. Ух, и смотри, я внутри. Так, подожди, а как фото... Сделать фото, смотри. Вот это класс. Я сбиваю, да, тут всех. Вообще прикольно, смотри, можем сделать фоточку такого. Как я лечу. Так, ладно, окей, ну повторик прикольный такой. Окей, продолжить. Всего 9 тысяч, баланс 160 тысяч. Призовое влияние. Заработано влияние 2000 всего лишь. Так, хорошие новости, вы проходите в осенний сезон Horizon. Плохие новости, ждать его, логично, придется до осени. Но вы же не против побыть пока с нами? Так, вы меня здорово выручили, так что за мной должок. Встретимся, у меня для вас тоже кое-что есть. У меня для вас... А, предлагаю встретиться у меня. Так, это что такое? Доступный автобонус Gable продается. Так, отличный способ изучения местности. Посетите, чтобы купить. Бесплатно.
Блин, ну ладно, наверное, давайте уже в следующем видео, ребят, посетим. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим. Всем удачи. Всем пока.